Я очень такой многогранный человек, на самом-то деле. Ты на льду должна каждый день, 24 часа в день ты проводить на льду, потому что у меня все равно голова думает о тренировке, о том, как надо делать, как надо прыгать и так далее. Если вы не волнуетесь, значит, пора начать волноваться. Леша Ягудин. Все знают Лешу Ягудина, да? Как перед стартом лечь спать, да, спокойно? Ой, у меня не спрашивай, я не знаю.